привет! С вами, как всегда, я, Саша Борода. Сегодня я расскажу вам об одной из самых продаваемых настольных игр в России. Свинтус – это простая, веселая и быстрая карточная игра, которая понравится всем, но играть в нее, к сожалению, смогут не все. Ой, какой интересный игра! Есть такой же, только с бараниной! А то мне просто по религии свинтус вообще нельзя. Цель игры очень проста. Вам нужно первым избавиться от всех своих карт. Выкладывать их можно в свой ход, на карту с подходящим цветом или цифрой. Но если у вас в руках точно такая же карта, как только что выброшенная, вы можете выложить ее и перехватить инициативу. Такого правила сильно не хватает в жизни. Таня, извини, что опоздал на нашу годовщину, этот цветок тебе. Мне? Спасибо. Это вам, девушка. Спасибо. Пожалуйста. Да что такое, слышь, ты куда? Перед тем, как выложить предпоследнюю карту, надо презрительно посмотреть на всех и громко сказать слово «свинтус». Примерно такая же ситуация происходит, когда к вам приходят судебные приставы. У вас осталось два табурета. Один мы забираем. Свинтус. Готовясь к игре в свинтуса, максимально презрительный взгляд вы можете натренировать перед зеркалом. Помимо обычных карт, есть специальные карты с предписаниями, которые вносят в игру разнообразие. Нам кажется, что придумывая эти карты, создатели игры вдохновлялись деятельностью депутатов и чиновников. Хапёж! Извините, можно уточнить, нужно построить 150 детских садов или построить 150 детских садов? Захрапин! Просыпайся, голосовать надо. А за что голосуем? Хлоп копыт. Ну что же, не можем принять закон уже в третьем чтении, а? Предлагаю воспользоваться старым проверенным способом. Драка! В эту игру интересно играть на большой скорости, потому что на медленной скорости все выглядит так. А как играть? Спасибо. С вами был Саша Борода. Играйте в настольные игры.